Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Центр занятости Кирова переезжает. Он будет размещаться в бывших помещениях БТИ на пересечении Молодой гвардии и Карла Либкнехта. Это связано с ремонтом в здании центра занятости на Пролетарской. Помещение БТИ центр получит бесплатно. Пользоваться ими сможет до конца 2021 года, а потом переедет обратно на Пролетарскую. Решение безвозмездной передачи пустующего помещения будет принимать Гордума Кирова на следующей неделе. Программа «Экономика». В Кирове хотят закрыть гараж, где торгуют спиртным. После многократных жалоб полиции и представители мэрии проверили некую торговую точку на Филейке, которая работала в гараже неподалеку от дома 14 по Октябрьскому проспекту. Там даже есть вывеска «Магазин». Продажи алкоголя в запрещенное время задокументировать не удалось, но возникли вопросы по пожарной и санитарной безопасности. Нет запасного выхода и очень тесно. Участники рейда усомнились также в законности открытия торговой точки в гаражном кооперативе. Они заявили, что будут добиваться закрытия таких магазинов. Напомню, что в Кирове недавно депутаты решили расширить время легальной торговли алкоголем. 7 марта его можно приобрести с 8 утра, а не с 10. Экономика на 101 FM. Кировский застройщик получил награду за лучшие новостройки в ПФО. Компания «Железно» отмечена по итогам конкурса «ТОП-ЖК-2021» в рамках Российской строительной недели. Эксперты выбирали лучшие новые жилые комплексы. В Кировской области таким признан ЖК «Васильки» от компании «Железно». В категории «Доступное жилье» их же ЖК «Знак». Он признан и лучшим комплексом в Приволжском федеральном округе среди среднеэтажных домов. Конкурс «ТОП-ЖК» проводится с 2019 года. Эксперты оценивают транспортную доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектуру, дворовые пространства и многое другое. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 75 рублей 36 копеек. Официальный евро 89,77. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.